Вы смотрите программу «Гараж», меня зовут Андрей Комаров. Как ветер пролетел мотосезон, и большинство мотоциклистов уже спешились, ходят теперь либо пешком, либо ездят на автомобилях. А закрытие этого сезона было весьма и весьма таким масштабным. Опять ходила колонна по городу, даже ездили по некоторым областным городам. И в том числе прошел ежегодный традиционный мотокросс на приз ректора Тверского государственного технического университета на автомотодроме Тверского политеха на Старицком шоссе. А как это прошло? Об этом посмотрим через пару минут. Полезной информации для всех автомобилистов. Современный автомобиль в ремонте – недешевое удовольствие. Элементы подвески, рулевого управления или трансмиссия первыми встречаются с дорожными невзгодами и первыми могут выйти из строя. А зная стоимость запчастей, то ремонт может встать в копеечку для автовладельца. Не стоит думать, что при нештатной работе рулевого управления нужно менять рулевую рейку целиком. В большинстве случаев ее можно отремонтировать. Для устранения неисправностей в сервисном центре «ГИФЕС» на 50 лет октября, дом 15А, протачивают вал, изготавливают новые втулки, подбирают сальники. Отзывы клиентов лишь положительные. Подобная ситуация и с карданами на внедорожниках, на коммерческой технике. Крестовина кардана находится всегда в агрессивной среде под днищем машины. То вода, то соль зимой и постоянные нагрузки. Не мудрено, что вскоре при троганье или переключении передач появляются удары. Официальные дилеры рекомендуют замену всего узла, всего кардана. Стоимость такой запчасти велика. В этом случае лучше обратиться в сервисный центр «ГИФЕСТ». Мы специализируемся на ремонте карданов. Имеем оборудование для керняния крестовин и переделки их под стопорные кольца. А также имеем балансировочный станок, который вмещает узлы до 6 метров, то есть для любой коммерческой техники. Рейки и карданы – это специализация сервиса «ГИФЕСТ». Но также тут есть несколько постов для ремонта и обслуживания автомобилей любых марок. Здесь работают профессионалы-мотористы. Им и капитальный ремонт по плечу. Здесь с удовольствием проведут техобслуживание. А также займутся подвеской и кузовным ремонтом. Приведут ваш автомобиль в порядок после ДТП. В общем, любой ремонт вашего автомобиля здесь. И самое главное напоследок – чистота, порядок в инструментах и запчастях. Это залог профессионального подхода к задачам, а значит, качественное исполнение.
все. Смотрите программу «Гараж» ровно через неделю, и там мы уже с вами поговорим о том, как две гоночные машины поехали на финал Moscow Classic Grand Prix, гонок классических автомобилей по кольцевому автоспорту, и там заняли 2 призовых места из 3. Но об этом ровно через неделю в программе «Гараж». Смотрите, не пропустите. Пока.